Costa Rica. O svojej plošťade nebalšaja republika v Srednej Amerike, kde prežívajú necelých 3,5 milióna naselenia, prinadleží krupnejším miravým exportérom banánov. Obriežie strany, západnej strany amevajú sa Tichým okeánom s vostoka Karibským moriem. Kromie banánov hlavným bogatstvom gasudárstva javľajca prekrásna príroda, isključiteľná svojej pistratoj flóry i fauny. Nesmatria na to, što banány vyrášivajúca vsevo liš na 1% plodorodnej plošadi, príbel v gasudárstvenoj kase s ich pradáži dostigajú četviertiny sa vsevo budžeta. Столице государства Сан-Хосе находится центр одного из тропических филиалов компании Chiquita Brands International. Chiquita действует на Коста-Рике уже более 100 лет, говорит Энрико Васкес, заместитель директора филиала. Одним из учредителей Chiquita был архитектор и владелец местной железной дороги господин Купер Кейт, который решил вдоль железнодорожной полосы высадить банановник. Так возникла самая первая плантация на американском континенте. Добро пожаловать в Сан-Альберто, одной из ферм Chiquita на Коста-Рике. Включая рабочих этой фирмы, в Chiquita работает только на Коста-Рике более 3500 человек, и все они, помимо приличного заработка, обеспечены высоким уровнем социальных и медицинских услуг. Кстати, эта дама в новенькой Шкоде – местный доктор. Компания также заботится о повышении жилищных условий работников и, в непоследнюю очередь, о повышении общеобразовательного уровня. Пока дети в перерыве играют в футбол, мы с вами заглянем на плантации. Банановник – многолетнее растение, размножается вегетативным способом из побегов. Прежде чем саженцы вырастут в сильное и плодородное дерево, пройдет долгих 9 месяцев. Урожай бананов собирают всегда в парах. Один надрежет стебель, которая под своим весом склоняется ближе к земле. Ножом отстраняются листья. А потом вдвоем укладывают между отдельные грозды мягкие предохраняющие прокладки, которые охраняют бананы в пути на склад от повреждений. Стебли обрезаны, а желтая подушечка на плечах второго сборщика смягчит падение бананов. Тот ветер отнесет на такелаж и там ее подвисит. Одна такая гроздь висит около 45 килограммов. Вместе с гигантными листьями фальшивый пенек банановника переработан и предоставлен солнцу и высокой влажности, благодаря которым превращается в натуральное удобрение. Плантация проткана густой сетью оросительной системы, позволяющей оптимальный доступ влаги. Хоть бананы и требуют много влаги, 2-3,5 кубометра в год, ни в коем случае не должны быть подмочены. Пластиковые перформационные упаковки служат прежде всего как охрана от насекомых. Защищающие упаковки насаживают на ствол в определенной, строго установленной степени эволюционного периода, когда из цветков зарождаются маленькие гроздья будущих бананов. Каждый охранный колпак обозначен цветной ленточкой. Она служит для ориентации при сборке урожая. Бананы, обозначенные на этой неделе черной лентой, будут собраны равно через 12 недель. Канатная платформа соединяет плантацию со складом.
поступлении на склад бананы сбрызгивают водой для того, чтобы удалить жидкость, вытекающую из плодов, которая при высыхании оставляет на плодах черные пятна. Данные о количестве собранных бананов строго регистрируются. Для начала нужно отстранить пластиковые упаковки и прокладки. Они будут использованы вторично и идут на рециклацию. Сейчас наступает фаза отделения гроздев бананов от ветвей постепенно, по рядам. Большие гроздья далее отправляются в душ. Во-первых, чтобы смыть выделяющуюся смолу, а также чтобы по течению воды они переместились к последующей обработке. Здесь бананы сортируют, неподходящие отстраняют, остальные уравнивают в меньшие гроздья так, как мы их потом видим на прилавках магазинов. На другом конце водяной обработки рассортированные гроздья бананов раскладывают в определенном количестве в картонные коробки. За один час здесь рассортируется с 250 до 300 гроздев бананов, говорит ведущий смены господин Малина. Мытье бананов в цистернах там за мной обязательно. Необходимо, чтобы смолная жидкость вытекла в воду и не повредила остальные гроздья в коробке. Как видите, обработка бананов довольно сложная и исключительно ручная работа. Только те бананы, которые пройдут строгим контролем и исполняют условия стандарта высокого качества, могут быть означены этикеткой Чикита. Прежде чем бананы будут упакованы в коробки, пройдут еще одним последним сбрызгиванием. Здесь уже вода обогащена квасцами, которые законсервируют срез, чтобы не возникала плесень. Бананы, подготовленные к упаковке, подвергают сразу двойному контролю веса. Сначала на платформе, куда работницы дополняют коробки до определенного веса, а сейчас уже взвешиваются упакованные коробки. Минимальный вес одной такой упаковки 18,6 кг, то есть 0,5 кг больше, чем декларированный нетовес. Это для того, чтобы был компенсирован убыток веса при перевозке. De Costa Rica para que lo disfruten en Praga. Упаковка бананов требует большой ловкости.
Chiquita banány palet izved už je v tropikách. Posle ukládky prvých slojev, karobky z čtyroch storon skrypliajú plastikovými ugelkami, ktoré je izgotovlený iz recyklirovaných plastičeských kalpákov. Vápšem peritianuty plastikovej lintoj až 5 raz. Всех 48 коробок в палете хорошо зафиксированы, так чтобы бананы выдержали свой долгий путь в дороге, которая их ожидает. Сначала это будет дорога в Порт-Лимон, куда их отправляют в предварительно охлажденных и приспособленных контейнерах. Пока мы понаблюдаем, какой же выбор бананов на местном рынке. А потом произнесешь банан. Фруктовый или десертный банан, который нам знаком в Европе, один из разновидностей, которые здесь выращивают. Едят их аж потом, когда они покрываются темным налетом выделившегося сахара. Овощные бананы, например, такие как платайны, пригодны к теплому приготовлению. Желтый платайн чаще всего употребляется в жареном виде. Жареные бананы подаются как гарнир и вместе с рисом и фасолью являются основным блюдом местной кухни. Кстати, эти лепешки – ничто иное, как размятый и обжаренный банан. Подается к теплому салату из красной фасоли с табаско. Но вернемся опять-таки к нашим десертным бананам. Каким же образом бананы с этой плантации окажутся у нас в Европе? Естественно, по морю. На одном из грузовых суден, которые составляют большую белую флотилию Чикиты. Каждое такое судно имеет несколько палуб, которые в свою очередь разделены на секции. Площадь всех этих секций способна вместить около 250 тысяч коробок с бананами. Для лучшего представления их можно сравнить с конвоем 250-20-тонных грузовых автомобилей. Бананы на судне хранятся в так называемой контролируемой атмосфере. На протяжении всего пути перевозки поддерживается постоянная температура 14,5 аж 15 градусов Цельсия. Во время перевозки не должно наступить самовольное созревание бананов, и в Европу они должны поступить в той степени созревания, которую они имели на момент сбора на родном континенте. Грузовая площадь такого судна составляет 7,5 тысячи квадратных метров. К увеличению объема перевозок применяют контейнеры. Контейнеры представляют собой самостоятельные климатизированные боксы, каждый вместительностью на 960 коробок. Контейнеры размещены наконец на верхней палубе на конце приблизительно 12-часовой загрузки грузового судна. Thank you.
Пока бананы путешествуют в Европу, мы совершим небольшую историческую экскурсию. В Порт-Лимон бананы перевозили по местной железной дороге «Пацифик». Сегодня трудно представить, что таким образом бананы переправлялись в Европу через океан еще в 60-х годах 20 века. И только в 1964 году Чикита одна из первых пришла с идеей банановых коробок. И открытие прижилось. Мало что сегодня на Коста-Рике напоминает о старой железной дороге. Зато бананы здесь выращивают, как и прежде. И по-прежнему из порта Лимон отправляются груженные суда курсом на Европу. После 12-дневного плавания с восточного побережья американского континента наши бананы заканчивают свой длинный путь в Антверпах. Это один из трех портов, которые Чикита каждую неделю использует для разгрузки своих судов. Этот порт располагает одним из совершеннейших оборудованным терминалом, который специально предназначен для разгрузки бананов. Составной частью терминала являются климатизированные склады, предназначенные как для короткого хранения бананов, так и для перекладки товара в железнодорожные контейнеры или, чаще всего, в рефрижераторы европейских заказчиков. Прежде чем бананы отправятся в очередной путь к своим европейским потребителям и покинут, пройдут еще здесь качественным контролем – вес, температура, размеры и вкусовые качества бананов. Из порта все еще зеленые бананы поступают на склад для конечного созревания. Здесь под наблюдением специалистов и с помощью современных прогрессивных технологий бананы дозревают. Так выглядит современная охладительная вакуумная камера для дозревания плодов. Здесь бананы находятся с 4 до 8 дней, в зависимости от того, какой был выбран дозревающий режим заказчиком торговой сети. Наконец-то в местной камере, десятки тысяч километров далеко от родной Коста-Рики, принимают бананы свой типичный желтый цвет и характерный для них вкус.
Дозревание – задача для технолога. Он также наблюдает за качеством желтых бананов, прежде чем их отправят в розничную сеть. Цвет определяет степень зрелости бананов, то есть в каком соотношении в них находятся сахар и крахмал. Оптимальный цвет для розничной сети – номер 4, если более конкретнее, когда окраска банана более желтая, чем зеленая. Из камер для дозревания бананы отправляются камионом в дистрибьюторскую сеть или прямо на прилавки супер- и гипермаркетов. Торговля бананами – нелегкий бег на долгое расстояние. Здесь, в продаже, когда эстафету принимает розничная сеть, весь смысл длительного усилия. Бананы предоставлены конечному потребителю. Бананы покупаются импульсивно, поэтому место продажи должно привлечь внимание покупателя. Бананы необходимо предлагать как можно нагляднее, выложенные одним слоем, венцом вверх, чтобы покупатель при их выборе мог тщательно рассмотреть и при этом не повредил. Статистически доказано, что каждая четвертая кисть банана попадает в закупочную корзину. Дегустация является успешным маркетинговым методом в повышении спроса потребителя. Она не только оживит фруктово-овощный отдел, но и притягивает сюда больше покупателей. Они могут попробовать продукт, который перед этим не знали, а значит, о его покупке вообще-то не раздумывали. При дегустации бананов мисс Чикиты представляют заказчикам, как можно подготовить банан в домашних условиях. Хоть бананы пользуются спросом у всех возрастных категорий заказчиков, крупнейшими потребителями все-таки остаются дети. Для Матиаша, и это твой брат, ну вот, пожалуйста. Не только бананы в шоколаде, но и от так-то приготовленного банана мало ли кто откажется. Над фильмом работали сюжет Мирослава Шкрабалова, камера Радим Юрчика, монтаж Марек Бенда, продукция Милена Фернандес, режиссер Мирослав Ваник.